Куда ты пошел? Будь-мо. Куда ты пошел? Коля, профессионал. Давай, да, начинай гавкать. Чудом. Давай. Давай, сейчас мы вместе идем. Как все пойдем? Ничего страшного, сейчас пойдем еще с тобой. Конечно, пойдем. Мы еще с тобой по дороге кое-что. Спасибо, что мы собрались. Да. Всех с Новым годом. Ёлку сними. А, переноска заняла. А, запалить? Да не надо. Да снимешь, если в хате хочешь снимать. Там в хате ладно, ты уже жинкой снимайся там. Мне что нравится, что понравилось в том году, в этом году, особенно в том году. Юра, глянь, лиман, хочу, красный вот, лиман. Смотри, хочу краснобокий. Глянь, вот дочка с братом, глянь, молодая, глянь. А если бы они были грязные, смотри, какая, Коля, глянь. Постановка, смотри. Володя, вот краснобокий. Любит вот это все. Смотри, глянь, не кроет не ее, глянь, брат дочку, сестру, глянь. Это Содом и Гоморра. Диви, как она поплыла. Она так, на месте. Ни влево, ни вправо. Красный... А сегодня ты говоришь, что? Красный лиман, или просто лиман, сейчас называется, да? Юра, я вас, лиманчанин, красный, очень поздравляю. Вот, всех любителей. Желаю в новом году всех успехов. Не только в здоровье, но и птицы. Всех благ вам. С Новым годом вас. Ух ты, как кидаешь. Холодец бери. Да, хорошо, мы собрались. Да, спасибо, организовали. Организовал. Ты же все говорил. Правильно, организовал. Да. Ну, вы с Володей вместе, молодцы. Ну, а куда я без него? У тебя бы никто не бачил, вы не Володя. Не знал бы. Конечно. О! А так весь мир знает. Ну, знаешь, я не сторонник вот этого. Даже профессионал... Профессионал в сторону ушел, видишь? Не говори, ущика. Коля! Иди сюда! Закусывай. Ты уже дома чай попил и все. Нет, ну как нет? Ну что там? Я уже наелся. Жена ж приехала с России? Конечно. 8 числа вижу. Так давай я тебе орехов потом этого. Сейчас это и порежу. Кого орехов? Ох, Редька. После редьки, орех. Знаешь, вот это сыпаешь. Витя, никогда не спрашивай. Запомните сам на всю оставшуюся. Мы уже старые, мы уже старые люди. Нам уже ничего не надо. Положи. Все. Они разберутся. Вот. На вкус и цвет товарищей нет. Никогда по жизни не спрашивай. Ты сейчас на таможне подарочек... Я ехал, я к тебе ехал. Люда спрашивает. А что, кто? Виктор звонит, она по разговору слышала. Да, говорю, а это кто знает? Она же знает. Володя. А говорю, ну что ты? Говорит, Сергей, там пакетик? Пакетик. Не, я не знаю, что там. Так я знаю. Она говорит, пакетик, там то-то-то-то-то-то. Она знает, что там. И я это знаю, прекрасно. Ну, нормальные люди так и делают. А вот это вся мусор, блин, извини, Зара, я даже не представляю. Я говорю, я все правильно. Я вот беру пакетик. Думаешь, там фигель, Коля, заходи, живи. Газ, все. Вот. Это раз. А второе. Нас по жизни такого нету. Вот сестра Скупянска звонит на 7-й. Она замдиректора... Там по рыбе, разная рыба. А я передам, она в Северодонецк, мне придется на автовокзал выезжать, и там номер раз. Ну, богатый человек. Да. Ты по голубям тоже. Не, ну по голубям же богаче тоже за доллары. А где? А я их уже забыл, какие они. И я. И ты. А я. Коля, а ты видел доллары? Нет. Ты никогда голубей Андрей не покупал на большие. Андрей, знаешь, твой друг? Это в 90-е годы, да? Или 80-е даже. Ты видел, я говорю, ну, такие доллары. Бля, как просит. Она говорит, я тебе передал, рыбу взял, она же там за Андреем. Там рыба разная. Давайте сейчас на пассажиру руку. А я говорю, не надо ничего. Да успеете, блядь, пойдете. Ну, птицу нам надо покормить, я что не кормил. Витя там. Трое суток. Витьки на работе. Трое суток. Это Андрей покормил. Не-не-не, надо уходить. Понятно?
Но дело не в этом, хлопцы. Голуби, это, как вам сказать, вот вы неправильно, может, совсем понимаете. А оно точно так и есть. А, это краснорявое, да, Коля? У нас главное, что? Вот снять тебе на камеру снять. Раз. Вот, да. И наше гостеприимство. Бомба. Наше праздничное это застолье, это праздничное, кинул, хорошее дружеское отношение. И заряд делает для людей через интернет. Я тебе говорю, Володя, мусор не надо выкидать. Ну какой праздник, ты же помнишь, как было. То блондин там на тебя накатывает, то ты на меня. Ну какой это праздник? Мы с этого года... Он рекорд! Другое дело. Рекорд первой категории. Коля, не знаю, что ты говоришь? Вот вы смеёшь, Витя, а вы смеёшь, рефери. Вот если он голубей держать не будет, мы его выбираем. Вот то я за тебя мазу тянул, и блондин тогда ушел, а когда его с Николаевичем, он же Николай, да. А я только поздравлять, помнишь, вот тогда? Да. А вот, да баш, ты чё? Он так сказал? Да! Я с тобой так говорил? И никогда не скажу тебе плохое. Да. Хоть мы с тобой в раи были. Держи. Я должен принять нормальный держи, разговор. Да. Нормальный разговор. И не заниматься этим детством. Да. Как вы иногда занимаетесь детством. О, вы это я что хочу сказать? Не называй его на ты. Ты любовь. Да. Главная дружба. И голуби. Наша, не надо голуби. Наше общение это главное. Это главное, что касается нас. Сели, нету денег. Ты налил? Ребята, нету денег. И да согласились, сейчас на чай собрали. Кофе, чай, торт собрались. Такой, и посидели, да, поговорили. Торт не надо нам, блин, праздник прошел, думать о том, что нам баксы надо выкладывать. Витя, не, Володя, да, никогда об этом не думайте. Мы нанимаем их. Я просто говорю, да. Собрались тортик, самый дешевый, так, и чай. А кто сегодня организовал? Ты, Виктор Николаевич. А ты не хотел. А что я не хотел? Я меня гости, а тут накладка. А 25 числа мы даже... Коля, ну как я могу? 25 числа в тех предыдущих этих разговорах мы должны были поднять птицу. Да. Я поднял. Да. А кто-то нет. Дело не в этом. Дело не в этом как раз. Вы ставку не делайте так, Витя. Вы ставку делайте. Ставку по жизни никогда не делайте. Иначе вы будете всегда в дураках ниже, против дураков. Ниже будете. Да так как по комментариях нам рассказывают. Не, вы согласовываете. А вы слушаете, Не. Так как, нам, как мне рассказывают. Витя, там... вы согласовываете. Это самое, в течение года мы подведем. Да я ни с кем не хочу согласовывать. Голуби я держу, свои. Да он показал мне факты, блондин. Коля в том году показал, но я не кровлю душу, Витя, я не кровлю. Ну один-то пишет, у него такие голуби пушистые. Я сегодня увидел, но не совсем, на 80%. Я не совсем. А что видеть, туман, мгичка? Витя, я не говорю, что так и всяк. А? Мрячка. Мрячка. Я кинул там пару, две, ты видел? А ты туда... бы увидел, печатка у него якая. Да дело... Да я ее куплю, блин, сколько он скажет. Дело не в этом. А зачем ты туда голубя? На голубя не меняю, на. Кого? Печатку. Бриллиант, вот, дивись. Я же не дарил сюда, Володя. И сюда она нихуя не носит. Я говорю, не знаю, он такой человек. А что тебе? Давайте цепуру отдам. Давайте цепуру отдам. А ты знаешь, что... За голубя. Серебро дороже золота. А платина дороже золота серебра. Вы знаете химию? Не знаете. Платина дороже этой хуйни. Ну я не знаю. Дело не в этом. Хуйня в жеребца, чтоб ты знал. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, вы не можете меня понять, Коля меня понимает. Дело он просто не хочет говорить. Дело ты давно уже понял, и все тебя поняли. Дело в том, общение, собрались, даже в выходной, собрались, ты говоришь, чай что дело попили, в том, что... чай попили. Ты говори так, что дело в том, что Кременскую взял и до, и после, и всегда, да. И собирать, уже да. Мне от мяса, молодец, блядь, молодец, у меня уже молодец. Грыжа скоро завальцуется, блядь. Володя, да. Честно. Вот у него черномазых натура. Мне нравится. Да, да. Какая черномазная натура? Но у нас нет отзывчивости к нему.
Нету. Вот пришли, руки держат вот так. Вы украинцы. Да. Идули. Ну, на чай просто прыгать. Вот, денег нету. На чай давайте соберемся, поговорим. Да у кого тут камеру денег? Не включая. У кого денег нет? У кого денег нет? У вас у всех пенсия по 10 тысяч. Ё-моё. Володя, подожди. Витя, денег нету. Вы хоть на камеру не говорите. Витя, отсюда, на будущее. Никогда не затрудняйтесь. Вы выслушайте меня в конце до конца. Да, блядь, мы уже тебя так наслушали. Не говори. Собрались. Давайте выпьем. На чай, да. Давай ебанём. Давайте ебанём лучше. Сейчас, не надо отойти. Коля, подожди, Коля. Сейчас мы вместе идём. Вместе идём. Закуси, что ли. Я закусил. А Женя, где? Да давай вместе пьём и уходим. Пей. Женя уже напыхнул пей. Значит, что я вам хочу сказать? Никогда не затрудняйтесь. Громче, камеру, на камеру не слышно. Виктор мне позвонил, ты позвонил. Сергей, как ты носивший выходной? Только не надо говорить, сегодня утро, а в обед собираться. Коля, что там тебе нравится? Посмотри. Взяли, раз. Тортик купили, я торт возьму. Витя чай нагреет. Ты камеру возьмешь. А ты сейчас заговоришь, что? Проститутка какая-то торопится, вилка упала. Вот это вся малина. Не надо это ставить. Да никто ничего не ставит. Вот этот северодончанин, что сейчас уехал. Касаль. Не очень понравилось. Не вот это чистая душа. Угу. Нет вот этой халтуры. Нет вот так он приехал, потому что... Ворота, блин. Он приехал, потому что он... Это люди, ты которые... Звонил, кого ты звонил? Ты звонил ему, чтобы он приехал. Да они меня еще, они были все в проекте. Они были тогда сегодня, еще... Сегодня, сегодня. Они вообще раньше были. Я в 70-х. Я тебе в армию уходил, голубя. Ты помнишь, какие голуби были? Нет. А ты голубей не взял? Нет. Тогда? Нет. Я стал я тому... Я футбол вас завозил. На мазок. Да завозили мы уже после армии. Нет. Да, Витя, ты в армии был, я без... Ты голубятню взял до армии? Я тебя не знал. Кременского это голубятня, все. Нет. Коля шофер, я говорю, ты давай ее сюда. Так. А ты помнишь, как песочница его бил? Бил? Кого? Кого? Кременского. Песочница. Ты рассказал. Кто бил? Кто? Ты. Да, ты всю жизнь рассказал, что ты его... Кто рассказал? Ты. Когда? У Щека, ты помнишь? Ну, у Щека, нет. Ну, у Щека, может, кто? Да, Купинске. Кто? Вижу Купинске в песочнице. Какой? Там не Купинске. Там Каменску. Да ладно. Ну, Цианыч, когда? Что вы хуйню городите? Не, вы помните, что ты такое. Она сочиняли хуйню какую-то, а меня туда камеру сама идет. Что вы, блин, огородите? Не, ну я помню. Как ты меня еще и пил. Я тебе голубятню в армию уходил в 76-м году. А вот свидетель. В 76-м году. А ты говоришь, я ездил песочница. В 76-м году, я себе голубятню отдал, помнишь? Ты в армию ушел? Уходил в армию, отдал, а голубей оставил тому, а голуби какие были. А голуби я не брал. А за что ты его побил там, песочница? Я первый раз это слышал. Ну как, мы вспомним эту историю. Игрушку украл. Что не нагрова, Витя, что не нагрова. Ну что, на пасашок идти? А вы грибочками делаете? Да, на пасашок я собирал я и делал. Уходим, на пасашок, у Шика сейчас уйдет. Не, я при чем. Коля, давай, газуй, давай, пока. Ну давай. Ну что, а что, Коля ушел уже? Коля уходит уже. Коля уже в пути. Да нормально будет. Не, нормально, все нормально. Володя, вот ты вот на камеру снимаешь, ну все нормально. Ну, а что снимаешь? На камеру снимаешь много мусора, грязи. Я знаю. Люди тебя могут поддерживать по юбке, да. Но на самом деле не так. Ну это же жизнь. А ты не понимаешь этого? Понимаю. А зачем ты это делаешь? Ну потому что это жизнь наша. Жизнь. Нет, тогда не жизнь. Ну я же не придумал. Я же не придумал. Это не жизнь. Как это не как жизнь? Это, не вот это у него жизнь натура. За что держит. Подождите, это у него натура. Я его перевоспитывал сколько раз. И а как песочница? Кто сколько женился и сколько раз... Ну вот он, слава Украине! Слава Украине! А вот продолжает свое. А. Я говорю ему, Володя, брось ты эту грязь. Брось ты эту грязь. Ну ты не грязь, это жизнь, которая была. Ты же ничего не знаешь.
Я прихожу домой. Вот, там и вообще нихуя не так. Я прихожу домой и говорю, Люда, так и так. Она говорит. Ты там не прерановал, когда я на дороге. Тише. Ну, это говоря мелочи. Это глупости, Витя. Ну да, ну зачем это? Ну мало ли что. Да, если бы его ревновать, он же сапожником работал 10 лет. Я как выскакиваю. Тише. А ты на камеру снимаешь. Этот Виха приревновал. Виха Гарбар. Дело не в этом. Да? Дело не в этом. Да. Тот сам факт в том, что вот Володя не фильтрует. Мне звонят, Витя, звонят. Вот, например, Володя, выключи, пожалуйста, сейчас камеру. Там уже выключи. Да выключи. Не, выключи полностью. Да не, ну нахуй, зачем? Не, ну я там я его поставлю на зарядке. Да ну выключи камеру, уже ну, я за дурака приду. На зарядке. Да нахуй нам камера. Ну, разверни ее так. Хорошо, разверни. Хорошо, давай. Ну. На, смотри, вот. Разверну. Володя, разверни, пожалуйста. Ну, Володя, ну что ж ты можешь? Все. Вот между нами говорю, хлопцы, нахуя ты говоришь, Витя, 5 раз, 4. Ну. Это его дело. А, женат? Да ведь меня уже заебал, блядь. Переворачивай даже. Подожди, не надо. Слушай, Витя. Это мой характер, мой стиль. Так хоть здесь. Не надо. Давайте выпьем. Я не люблю этого. А кто? Витя, я не люблю этого. А никто не любит. Да нахуя, ты опять раз говоришь. Твое личное дело. Хоть 20 раз. Да. Хоть 20 раз. Я же не говорю, что...